канала Surfox. Сегодня идем с Тарасырова, будем пробовать ловить на безматулку, на чертика сделаем упор, опять же, как в предыдущую рыбалку. И сегодня взял с собой блесенку, пробуем на отвесную блесну половить. Может, окушка получится поймать. Посмотрим, что из этого все получилось. Погнали. Так, народ, побегал я с безматулки, с чертиком, побегал я с блесенками. Итог, наверное, на блесенку лучше всего. Поймал я где-то итог окуньков. Вот. Все они утопил обратно. Сейчас перешел обратно чертика. Погода меняется, то солнце, то ветер, снег, то ветер с солнцем, то пасмурно, не пойми что. Соответственно, клев все такой, с десяток, наверное, поймал, мелочь. Сейчас побегаю, наверное, еще с безмотылочкой. Думаю, решил уйти, наверное, под берег. Под берегом попробуем. Ну, посмотрим, может быть, там чуть-чуть получше будет. Все, народ, закончилась рыбалка, к сожалению, приходится доснимать последний кадр для видео в таких условиях, в лифте. Дома уже отловился, из интересного поднял одного кунька грамм на 200, наверное, на блесну и пару плотвичек на чертик поймал, так больше ничего нету. Вот. Все, всем спасибо за просмотр, всего самого наилучшего, пока-пока.